Приветствую всех. Продолжаем GTA-шку проходить. Снова играю с большими перерывами, потому что времени нету. Тем более сейчас перед майскими праздниками тут удлинили рабочую неделю. И суббота тоже рабочая, блядь. Так, вот я не помню, делал ли я вот эту вот машинку, тюнинговал. Ателье открылось новое. Я не помню, как оно называется. Вот такая вот машинка. У меня она белая стояла тут. То есть в том тюнинг ателье уже действительно можно производить какой-то более-менее хороший такой тюнинг. Но туда не все машины допускают целых, так сказать. Определенный вид только. Например, вот этот джип, да, зеленый, который стоит. Туда не пойдет. И автобус. Ладно. Все это хорошо, тут висят миссии. Во-первых, у меня есть какой-то знак вопроса, я вообще не помню, что это. И есть СВ, ну давайте занырнем. Тачка на заказ. Ну что ж, хорошо. Езжай в порт. How are we gonna steal a car from container ship, Holmes? You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights. Okay, I use the crane. You better be ready to crack the container. Ой. Езжай в порт. Подожди, а тут, если я съеду? Так. Вот тут я не проеду. Вот здесь. Залезай на кран. That's the ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Give me a second. Well, be quick. I don't want to be caught slipping out here. А, вот как, да? Caesar, none of these is marked with spray paint. А чё? Well, we'll just have to try one at a time, eh? Придется их сгружать по очереди. Б, сменить вид камеры. Окей. Зацепи контейнер при помощи крана. А как работать краном? А, вот. Shift. Пробел поднять. А вон стоит чувачок. Вижу тебя. Ой, нет. Shift. Кидаем. Not this one, CJ. Бля. Вот это да. Кто бы мог подумать, что это не он. В принципе, можно ошибка не поднимать сильно его. Вообще, конечно, неплохо. В порт заехал. Ни охраны, ни хера нет. Просто надо контейнер. Да нехуй делать. Садись на кран. Бери. No luck, CJ, try another. Ну, я почему-то так и думал, что какой бы ты контейнер ни взял,
самым последним будет, наверное, то, что надо нам. Ну, поехали. Тоже... А, ну вот. Бля, я вот эти машины по городу видел, что катались. Такие как... Это что такое? Отдохни, чувак, отдохни. Бля, ну совсем что-то вы подохуели, ребятки. Согласен. Доставь машину в гараж. Бля. Напоминает какой-то форсаж прям, блядь, миссия в какой-то степени. Если бы мы еще как на каких-то гонках бы участвовали перед кражей тачки, а потом там поехали в порт пиздить толпой. Это прям реально был бы форсаж. О как, я думал, ее занесет. Что-то прототип Toyota Super, как я понял, да, очень по фарам похоже, по строению. Hey, Holmes, that was fun. We should do that again. Как-нибудь повторить. Ну, в принципе, почему нет? Миссия прикольная. В порту доступен импорт-экспорт автомобилей. Список. Ага. Я вот только понять не могу одного. Доставь. А, это доп-миссии такие будут. Угу, за бабки. О, хуй знает. Блять, как зарплату прям дали. 6875. Охуеть, просто, блять. Не 6 и не 7 тысяч. Прям четко посчитали. Молодцы, блять. Ну чё, посмотрим дальше, что там у него. Работаем на этого чела. Колесный прокол. Чё там за, блядь, наркоманы за столом. Садись в машину. Эта машина оснащена полицейскими шипами. Да? Ух ты. Используй шипы, чтобы проколоть. А как использовать? Ну поехали. Может, сейчас напишут на какую кнопку там жать, чтобы... ЛКМ бросит шипы на дорогу. А, вот. Хорошо. Ну как идет хорошо машинка-то, а? Так. Куда мы едем? Крейзи, крейзи, сами, блядь, кидаются под колеса. Прикольная машинка, мне такая нравится. Она куда лучше, чем у этого лысого долбоеба. Сизар или как-то он там. Мне его никогда ебало не нравилось. Сколько работы на него. Какой-то он уебок.
И разговаривает как-то он очень неприятно. Зеркало срезал. А, так там движется что ли кто-то? Тихо. Да, вот. Так, куда ты поедешь сейчас? Сорян. А я вот так делаю. Да не ты, Пашипан. Кто там? Хорошо, садись в машину. Я не успел дойти. Так, и чё там? Доставь машину в гараж. О, а колеса уже не пробитые, да? Вот это да, я понимаю. Вот это да. Ладно. Короче, с этим Сизером, блять, у нас что-то насчет форсажа вот. Какие-то миссии. Так, вот мы въезжаем в Сан-Фьеро, по идее. Единственное, вот машину бы не перевернуть, цены б не было. Я не любил рестарты никогда ни в чем. Любил делать все с первого раза. Делая рестарты, пропадает интерес. И просто потом забиваешь хуй. И все. Ну, наверное, за исключением какого-нибудь Dark Souls, который я проходил. Вот это да. Там рестартов было много, мягко говоря. Но, блин, почему-то было интересно играть. Но все-таки я прошел ее, блядь. Пожалуйста, следующая машинка. Что там по зарплате? Имущество стало приносить прибыль. Доход в размере... О! Знаете... О, еще и пятерочку набросили. Блять. Хорошо живем. Тачка на заказ. 23.48. Так. 5.50. Так, у меня есть какой-то знак вопроса. Ну, причем он где-то здесь. По железной дороге мы, наверное, туда попадем. Вот этой штуке. Надо ехать, хули делать. Вот это вот интересно мне на вид кажется машинка. Высаживайся, миледи. Ты можешь отвезти... Да ёб твою мать, поворачивай. Я хочу посмотреть, сюда ее можно запустить? Это стандартный тюнинг от ателье. Ну, короче, блядь, стандартный гараж. Для тюнинга ателье это слишком громко сказано. Так, давайте... Какой-нибудь такой цвет сделаем. Маленький нитро поставим. Колеса прикольные так. Пусть остаются, стереосистема не нужна. А гидравлику мы поставим. Все. Если что, я скажу, я от этого Сизера. У меня тоже красная машина.
Так. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот же. Чуть не уехал. Имущество приносит 635 баксов. Все мне. О как, может. Ты можешь отвезти это транспортное средство? Нет. Так, здесь железная дорога. Поехали. Ёб твою мать. Опасненько. Но, по идее, я еду туда, куда надо. Да. Железная дорога-то будет открыта. Поезд постоянно ходит здесь. Ну, это мы сейчас быстро домчим. Такие мосты красивые, блин. Вообще, игрушка, конечно, молодцы. Она сделана хорошо. Для тех лет, для 2005 или какой-то 4-й год, она реально нереальная, эта игрушка. Просто, блин, супер. А вот мы здесь и съезжаем, посмотрите. Мы здесь съезжаем, и что там впереди-то? А, ну вот, вы прибыли к месту назначения. И все. Наверное, лучше все-таки сделать сейф. Потому что я хуй его знаю, что тут ждет нас. Вопрос, он, наверное, в доме, да? Где пистолет? Вот. Ну, какая хата. Опля. Монстр. Что такое происходит? So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Putin? No, anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. У меня в гараже стоит машина. Давайте посмотрим. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab? Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck and you fail. Ты должен показать время лучше, чем 6:30. Угу. А, уже ехать надо, тю, блядь. Нихера себе, вот это да. Стой, куда, 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 куда? Не пойму, куда правильно поехал, не? Вот, наверное, вот сюда надо. Все-таки. Блять, на самой горе, а, точка, сука. Так, 6:32.
Тормоза не очень у него. Не, лучше бы не жать пробел, а то начинают крутиться все колеса и его начинают носить. Но становится более неуправляемым. Окей, в горы, в горы, в горы. Дорог нет, еду просто по направлению к точке. Машина хоть устойчивая, но с управлением есть проблемки. Что это такое? Угу. Нет, вот так едем. Дорогу я вижу. Навык водителя. Ну что дает тут навык водителя? Ну, в таких поворотах, в принципе, еще можно прожимать пробел. Да что было такое? Еще один, что ли, едет? Хуеть, тут, блядь, что за туман-то такой? Выползаем на дорогу. А нет, все-таки не на дорогу. Едем на похуй, как всегда. Фары вообще не светят, их нет. Ну и светят, но что-то там на пару метров вперед себя. Что это было? И что там время, я не смотрел. Посмотри на таблицу результатов. Но мне сказали типа 6:30 уложиться, а я 5:26 приехал. Дали трешку за. Если честно, какая-то хуйня ехать сюда. Где миссия? Так. Who the fuck is this? Сынок, приезжай на ферму, я тебе все объясню. Вешаем трубку. Опять знак вопроса здесь же. Давайте посмотрим, что. Угон на ходу. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well,
You think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. Ладно. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean... Тебе нужно использовать мотоцикл, чтобы у тебя была возможность подъехать ближе к фуре. What, you blind or something? We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. Фура выехала. Куда? Откуда она выехала? Так, надо, я так понял, как-то здесь ее перехватывать, да? А если мы вот сюда поедем? We can get on the freeway here, Holmes. Зачем шоссе? Вот, мы выезжаем на мост. What's the plan? I'm gonna pull alongside, and you're gonna hop aboard. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Ну вот, пожалуйста. Максимум. Вон, я уже вижу эту машину впереди. Ну что, давай. А, о как. Да, этот дебил не прыгает, он просто сидит и все. Я не понимаю, наверное, тут по скриптам надо кто-то доехать нам, потому что столько уже было времени, чтобы запрыгнуть туда, он просто этого не делает. Just a little closer, Holmes. Keep level, CJ. Keep level. Closer, CJ. Closer. Just a little bit slower. Все. Ну что, он там разобрался с водилой, не? Окей. Отвези фуру в гараж. Мы сейчас здесь, наверное, повернем на вот этом разделении. Вот такой сделаем оборот. И поехали. Ну, опять же, видите, форсажи тоже пиздили цистерны с топливом. И здесь мы сделали то же самое. Так, стоп. Я правильно еду? Да, по идее, да. Также недавно мы доставляли машинку зеленую. Так, ну вот это, наверное, я зря вот так поехал. Hey, no.
Не, нормально. Там гараж резиновый, похоже. Столько машин уже туда заехало. Семерочку. Чё там? Что это было-то? Кто? А, снова тот чел, это, блин, опять туда до него доезжает. Поехали. Ну, мне кажется, это самый быстрый вариант, вот так, через железнодорожные пути и съехать потом там после моста сразу. Хотя вон мост еще, по нему, в принципе, я думаю, тоже можно. На пределе машины едет. Так, все, я думаю, что сохранюсь здесь у этого чувака, Торена или Торина, как-то. И уже в следующей серии будем тут стартовать сразу. Спасибо за внимание, просмотр, всем пока.